Как рассадить здорово дерево в домашних условиях? Вы узнаете о посадке семенами, черенками, делением клубни, листьями или листовыми черенками, плюсы и минусы каждой посадки. Доровое дерево или замюкалькас – это быстро растущее растение, отлично ветвится, формируя густые побеги в горшке. Корешки активны, плотны, устойчивы к незначительным повреждениям. Однако один из предложенных ниже вариантов рассадки все-таки причиняет вред корням – деление клубней. Но мы подскажем, как минимизировать повреждения. Плюсы и минусы семенной посадки замюкалькаса. Размножение – это не та традиционная рассадка, о которой поговорим дальше, а полноценная операция выращивания, начиная с подготовки материала, заканчивая техниками проращивания. Цветоводы прибегают к ней в том случае, если материнского растения нет. Что нужно для проращивания семян? Земля, влага, освещение, температурные условия. В статье «Как ухаживать за долларовым деревом» на сайте DNH.info вы сможете подобрать необходимые для себя критерии посадки. Рассадка долларового дерева черенками. Предлагаем сосредоточиться на вегетативном размножении долларового дерева, начиная с черенкования. Какие брать? Нижние, с почками, по 10-12 см. Обязательно выбирайте те, которые сформировали почку и поэтому пригодны к посадке. Обработайте место среза активированным углем, как на черенке, так и в взрослом растении, и посадите в подготовленную почву. Как скоро укоренятся? Через 4 недели. Уход, умеренный полив, проветривание в помещении, рыхление верхнего слоя земли в горшке. Размножение делением клубня. Подходит для здорового долларового дерева. Можно совмещать с пересадкой растений, чтобы лишний раз не травмировать клубни луковицы. Важно, чтобы диаметр материала для размножения был 10 см. Миниатюрные растения в такой способ размножать тяжелее. Материалы. Горшок на 4 см больше. Почвенная смесь, емкость для слива воды, рыхлый, умеренно питательный субстрат. Как провести процедуру? Обеззараживанием. Чистым ножом разрезать выкопанный клубень долларового дерева на две части. Отделить одну от другой и оставить подсушиться на 30 минут. Присыпать древесным углем или активированным в порошке. Посадить новую почвенную смесь, накрыв каждую из частей полиэтиленовым пакетом. Сформированный вручную парник периодически снимать на проветривание. Условия ухода. Рассеянное, но постоянное освещение, проветривание, полив и умеренное количество обработка фунгицидов через 2 недели, чтобы предупредить загнивание. Размножение долларового дерева листом. Процедура похожа с черенкованием, но проводится значительно легче. Нужно срезать один листок с пяточкой и укоренить почвенную смесь. Для ускорения формирования корней рекомендуется рассечь нижнюю часть на 2-4 стороны несколькими надрезами. Без пяточки или части стебелька долларовое дерево также отлично размножается. Обязательно присыпать фунгицидом, чтобы не гнил. Когда укоренится? Через 30 дней. В чем приживлять? Влажный песок, рассыпчатый грунт. Почвенная смесь для пересадки подходит для всех вариантов. Одна часть дерновой земли, одна часть листовой, одна часть торфа и часть песка и пару кусочков мха. На заметку, если добавляете его, не заливайте растения. Пишите в комментариях, как рассаживали долларовое дерево в домашних условиях. Делитесь своими рекомендациями.